У нас был перерыв. Я в это время занимался сбором всяких сундуков, фрагментов. По островам, естественно, лазил. Вот как сейчас карта, получается, выглядит. Не стал пока посещать вот этот остров. Меня сюда послали убить, но он какой-то... Ну, выглядит интересно, наверное, я не знаю. Предлагаю вместе посмотреть. И еще вот здесь занырнуть, похоже, нужно, чтобы добраться тоже до цели. Тоже не стал делать. В общем, да, свидетельствую, подтверждаю, что собирал только фрагменты из сундуки. Но самое интересное, у меня появилось событие какое-то. А, оно еще и на время? Да, но через время пропадает. Вот, я решил его тоже на запись оставить. Не стал делать один. Ну, в общем-то, как мы и говорили, мы сам все самое интересное, естественно, записываем. Белый кит. Белый кит! Свежатенько, сэр, надо заняться. А чем он особенный-то? Даже не знаю. Не, ну давай походимся. Белый кит, если не ошибаюсь, нам шкура нужна для чего-то. Мне просто интересно, почему он так цветом выделен был. Потому что это событие редкое, так сказать. Темно, черт побери. Ох, здоровый. Не успел. Ага. Влево. Я не вижу. Он сюда же плывет. В смысле, ну это ни о чем не говорит, по идее. Балуется. Вижу по левому борту! Ух ты, здоровый! Она держится, Кэр! Держись, парни! Готовься, может, выпрыгнуть потом. Попал, капитан! Долго я его буду ковырять. А гарпуны не прокачиваются? У меня максимальные сейчас. Все море покраснело! Берегись, хвост! Где? Где? Все, плюхнет. Держитесь все! Вау, вот это он плюхнул. Сильная сволочь! Да. Не успел, да? Не. У него поведение очень сильно отличается от других. Ну, он как-то не сильно из воды выскакивает постоянно. Вот так, да! Держите! Держись, уходим! Сейчас. Дернет. Как ты не попал? Не знаю. Где? Сам! Берегись, хвост! Получил будет, лови. На море покраснело! Девка порвалась, Кэп! Не видать? Он не попал, ну ладно. Попал, Кэп! Вот так, да! Держите! Держи! Давай, давай, давай. Да! Ха! Фиговы. Он бьет хвостом! Ха-ха-ха-ха! Получил! Ну так как-то странно. Ага. Все прям выпрыгивали перед лодкой. Угу. Хватай веревку! Вот так, да! Держите! Здесь держись, штука, парни! Да. Жалко. Попал! Такое кровожадное занятие. А. Пусть попробует железо. Да, твари, конец! Ну он так размером не сильно большой, да? Смотри. Ну побольше. Побольше. Ой. Кита, который. Нифига себе. Весь искромсанный. Не сильно большой. Славная добыча! Кожа белого кита. На рее! Спустить паруса! Так, ну-ка. Стоп. Я же могу здесь или не могу, не помню, заниматься ремеслом. Белая акула. Акула-молот.
Лобык. Капуцина. Черный ягуар. А, я не могу. У меня, кстати, есть, но я не могу. Белокула. Черного ягуара. Крокодила. Вот, белого кита. Это наряд китобоя. Угу. Ну ладно. Кстати, да, я же подсобирал, у меня теперь вон ресурсов дофига. Очень дофига. Ну, как дофига? Учитывая, что на рецепт высокого уровня нужно... 800. Да. 500. Это не так уж много. Давай, наверное, поныряем тогда. Отправимся, потому что поблизости. И по заданию дальше. Да? Не знаю. Ну да. Не уверен. Я думаю, что по заданию, чтобы открыть новые территории, я специально в них форт не суюсь. Надо захватить. Да-да-да. Ну вот она, какая-то странная территория тут. Точнее, там явно какая-то пещера. О, груз. Вон наверху. Так, груз там фигня обычно всякая. А что там на берегу сверкало сейчас? Вон, сверкает, видел, да? Ну, я и пытаюсь рассказать как раз, что там что-то сверкает. Там явно пещера, там слышно, как разговаривают контрабандисты. Нормально ты так припарковался. Я отлично припарковался. Ты там даже здоровье немножко отняли у корабля. Ну, не страшно, починит. Я думаю, что туда можно попасть вот таким макаром. А, отсюда. Да. Вон пещера, кстати, смотри. Да-да-да. Ну-ка, карта. Ого. Точно, слушай. Смотри, вот он, подплыв. А кого тебе там убить-то надо? Сложно. Мне надо убить контрабандиста. То есть он в пещере, что ли, плавать будет? Не думаю, что он будет там плавать. Он на суше там наверху. А-а-а. Я думаю, что мы таким макаром сможем к нему попасть. Кстати, это логово, смотри-ка. Три сундука ихних надо найти еще. Первый раз такой вижу. Ага. Тут лоби. Надеюсь, она не кругами тут плавает. А он смотреть можно. Кругами, похоже. Видишь, они там носятся. Их тут немало, кстати. Угу. Так, все получается налево. Меня особенно волнует акула. Наверх. Крадем. О, подышать можно. Где? Слева. Здесь можно было подышать? Не-не, ну вон пузыри на карте, смотри, около тебя. А, ну ты меня просто сбила. Я туда и плыл. А там, где красный, там сундуков не осталось? Вот где точек много красных. Без понятия. Вот карту открой. Ну, сейчас все успеем. Я же пока никуда не уплываю. Тут у нас кармашек. Я не знаю, где еще сундуки. Наверное, у них. Возможно, ну тут все как-то связано. А, может быть, несколько этажей? Этажей здесь явно уже несколько. Опа! Да. Давай посмотрим. Вот сундук. И карта, что ли? Тоже считается сундуком? Вряд ли. А где мы тогда сундук не взяли? Может Или быть, там здесь ниже еще сундук? Был?
Может быть. Но я не видел там нигде ниже. Разваливайтесь, пока я тут. А, так тут люди. Стоять. Ну да. Че, вылезать? Кто там? А справа кто? О, и еще вон справа. Ты совсем не слышно. Не слышал. Он там избивает кого-то, смотри. Да козёл. А у этого вообще физия кирпичом, как будто даже вот не моргает. Крепкий парень. Ага. Его надо было скинуть, наверное. Кого скинуть? Тело. Тело? А то эти сейчас придут. Он же живой еще. Ну, это его проблема. Кстати, вон второй сундук появился. А вообще, на самом деле, мы скидывали уже так, нормально, они там всплывают и их замечают. Да? Да. Так что я не уверен, что это сильно поможет. Ха, мне ничем пользоваться нельзя. У тебя с собой ничего нет. Ну иди сюда. У меня даже клинков нет. Туши просто. Вообще странно, что у него даже рубацкого ножа нет, да? Да. Ладно. Я с самого начала этому удивляюсь, что он даже отпор не может акуле дать. Собственно, как и крокодилу. Так, хорошо, а как взять вот эту штуку? Собраться с стороны, получается? Да, скорее всего. Получается как-то да. А там подплыва нигде нет в воде? Хотя нет, там стена. Ага. Зато мы можем здесь нырять. О, бутылка плавает. Да, бутылка. Внизу вон. Там. Вон там. Бутылка внизу, вон она. Ща. Она нам нужна? Я не знаю, я просто увидела бутылку. Такие вопросы странно задаешь. Чем она просто особенная-то? Не, ну может там клад указан где. Ага, главарь бандитов. О, тут-то тебе... Нет? А чё, поближе подойти, не? Вот гад, а. А вот это... Неприкольно. Чёрт, камеру не могу повернуть, чтобы посмотреть, где он там. Так он на мини-карте, он смотри. В мини-карте видно только примерно. Угу. А чё он там ходит? Руками разводит. И этот гад останавливает. А он тут... Подожди, вот сюда куда-то. Да ладно, всё, надоело. Главное было убить незаметно этого. Ага. Мне бонусных 500 реалов дали. Молодец. Так. Отдай ножик. Отлично. Вот, теперь отлично. Где-то здесь должен быть труп, которому не повезло. Вот. А, карта? Да, карта. Вот повезло, так повезло.
Повезло, так повезло. Форт какой-то. Я, кажется, даже знаю, где это. Да? Да, мы недавно вроде были там, или нет? Так, не отвлекаемся, там еще два сундука. Хорошо. Ух ты! Эх, а взорвать-то нечем. А-а-а! Гад. Кулачный бой, кулачный бой. Ну, в смысле, пяточный. Пяточный. Пяточный бой. Фрагмент и сундук у нас остался. Фрагмент как-то там надо взять. Сундук. Вот он. Супер. Так, а фрагмент... Снизу где-то. Не понял. Да, похоже. Во, подплыв. Обратно. А, я знаю, как обратно. Как раз там, где сверкало, наверное. Можно выпрыгнуть. Все, есть. Все сделали. И где Супер. Это у нас там сверкало? Вот здесь? Нет, не здесь. Открыть? Не? Никак? Не, не, не. Здесь никак. Тьфу. О, у меня там флот вернулся. Откуда-то. А где же выход? О. Да, наверное. О. Прикольно так. Кораблик наш. Эпичный. Сейчас он уже красавец смотрится, да? Ну, еще не совсем. Золотой таран нужен. Золотые пушки. И галку подлатать. Галку было бы совсем прикольно подлатать, да. Но я не уверен, что есть такой вариант. Чё, рады, да? Меня переодели. Ага. Ну а чё ты пришёл тут? В ротках в одних штанов. Без камзола. Хорошо, куда мы теперь? А давай-ка форт захватим. А давай-ка. Тут, правда, написано сложно. Ой, да ладно. Сложно ему. Спустить Брамселя и бомб Брамселя. Посмотрим. Брамселя, Брамселя, бомб Брамселя, Лиселя. Металл 105. Я не буду им заниматься. Не то, чтобы это сейчас уже большая проблема, но... Что их тут двое, между прочим. Ну, короче, вот фактически понимает вожество вот так вот. Вот, вот ладошка по гору, сказать, вот тут уже. Не, с ним забавно. Почему? Ну да, тут уже. Не, ну серьезно, просто при такой гонке, как бы, прохождение, я представляю, это тебе не после работы там свободное время сел. Некоторое количество записать. Я не помню, но рассказывали или нет, я уже под конец. Сейчас я их даже не захватываю, на абордаж не беру большинство. Просто додалбливаю и собираю. Быстрее получается гораздо, чем каждый раз возиться на абордаж. Это он, короче, поднимает известность на максимум. И они сами все приплывают, а он их только долбит. Эти воды охраняют, сэр. Идем тихо. Ты знаешь? Что? А не будут они мешаться, может быть, все-таки заранее? Может, будут. Ой. Это был, наверное, Дин. Да. А! О как! Ну тебе туда не надо же. Ну сейчас посмотрим, может быть и нам и форт не дадут. Может быть, не дадут.
Да нет, похоже так. Немножко отрезали просто. А что у нас тут? Понятно. В общем, что-то сюжетное, видимо. Да подождите вы. О, уже. Уже. Маневрируем! Достает, да? А, достает. Ого. Три ячейки у них. Готовы стрелять, сэр! Залп! Хороший залп там поможет! Конец, капитан. Но у меня мортира вообще классная. Держите штурвал, сэр. Приготовиться! А, летят! Ветер, гад, не в нашу пользу. Уклоняемся! Пли! Маневренности никакой из-за этого. Вот это вообще шикарно. Волна. Держись! Держись! Кстати, носом, если на нее войти, ну, в волну войти, ага, то нормально, не отнимается урон. Я, видимо, первый раз, когда пробовал, криво получилось. Не достаю. Надо поближе подойти. О, сейчас тебя постукает. Найти вам. Парни, почти конец, капитан. Кому почти конец? Пли! Зажигатель не стреляет, смотри. Прикольно я. Как-то, да. Нате. На! По ним здесь. Еще на. Слева. С той стороны, да, остался? Ага. Одна. Башня. Сейчас накатит по правому. А, мимо, по-моему, идет она. Заденет, нет? По-моему, нет, нормально. Нет, нормально все. Я просто фиг знает, как оно себя здесь поведет. Они уязвимы здесь, надо бить! Стоп! Заряжаем! Пал по правому борту! Бли! Где там по правому борту? Да я вижу, вижу. Сейчас. Фу, я аж испугался, что это мой как. Эй! Я надеюсь, все будет хорошо, потому что мне не дают. Все будет хорошо. Держись! Ну кто там лезет? Кроки по ветру! Вот чё ты приперся сюда? Пли! Все. Ждем приказа. Я говорю, они какие-то вообще никакие. Вот эти вот первые, по крайней мере. Ты не забывай, что тебе это. Форт. Я знаю, просто сейчас барахло заберу. Там немножко, но все равно. К бою готов, сэр! Держись! Сейчас ударим! Без паники, они уже потонули. Там груз какой-то. Слева по борту! Замечен груз, кэп! Сахар. Одна штука. Рики, Марселяю, Бранселя! Все паруса отдать! Там тебя заждались уже. Ну я еще так далеко ушел от них. Они там, может, уже порадовались даже. Пронесло? Да. И тут он развернулся. А, вспомнил. Вон они. Спустить линейные. Бомбу, Марселя, Марселя! Убрать все паруса! Живо! В атаку! Арррр!
Не получилось. Ну и ладно. Мне лень повторять. Да кто бы сомневался. Странно, но он-то тебя не видел, тебя другой видел. Ну вот такая здесь механика, к сожалению. Немножко раздражает, но ничего не поделаешь. А! Совсем офигел. Бомба, бомба. Ну, что я могу поделать? Убегать. Да ну их нафиг, пошли. А, офицеров надо. Нет, ну, тут же нет офицеров. Все, пойдем отсюда. Подожди. Мне еще нос не сломали. Да что ж ты цель-то меняешь так выборочно как-то? Ты уже должен был тоже умереть. Вот. Все, пошли. И чего? Я не могу почему-то, я не знаю, вот. Мешаются. Куда он кинул? Вон, там, видишь, буква Зю. Кто-то. Где-то около него ножик был. Вон он, по-моему. Причин. Ладно, нормально. И вон там еще труп. Так что или этот, либо тот. Да вон он лежит. Я в бою просто взять не могу. Ясно. Пытаюсь, но у меня не получается. А, вот маленький, вижу. Да, да, да. Я уже не вижу. Вот, вижу. Под рукой у него. Ну-ка, не драться. Все. Какого-то гад. Что это было? Почему вдруг бой кончился? Иди, поднимай ножку. Да откуда ж вы бежите-то? Как я его подниму? Я не могу его поднять. Во, поднял. Просто оружие столько было, его сложно поднять вот так просто на бегу. То есть как-то хитро работает, что в бою оружие поднимать нельзя, но его можно поднимать, если зажать клавишу активных действий. То есть, ну, бег, там, лазание и так далее. Отдай ножик. Все, хана ножику. А кого еще? Еще один офицер. Тьфу. Он уже наверху? Он за тобой бегает. О, с ножом пришли, принесли тебе. Ага. Как это он умер? Тьфу. Где там главный? Слышь? Ага. Фрагментик. Я смотрю, тут сундучков немного и фрагментов вроде. Один, по-моему, написали, остался. Сейчас, может, сразу все соберем. Здесь территория такая небольшая. Угу. Давай, надо. Чудно. Приятель, тебя забудут напрочь. Can I help you? Так, боеприпасы. Стоп, боеприпасы. Мортирные ядра. Вот.
Слушай, а мы же, наверное, должны были найти какой-то этот рецепт там. Слушай, да, я что-то тоже не посмотрел. Да нет, вон опустить в талс на колокол. И все, не было никаких больше сообщений, да. Ну, в любом случае, у меня, кстати, накопилось же некоторое количество всяких шкурок. Вот, могу снотворное улучшить. Или сделать. Наверное, улучшить. Сделать. Сделать. Нет, это улучшить. Видишь, все-таки поставил галочку. А, галочка, слушай, да. Да, то есть все больше не надо. Получается, они теперь на 20 секунд дополнительно будут спать. Хорошо. Ну и все. Получается, все для галки. Интересно, что-нибудь появилось. По-моему, ничего нового там не было. Во-первых, продаться. Сахар. Ром. Это я не буду продавать, это мне пригодится еще. Нет, улучшений у нас никаких нет для галки. Ха-ха. Ну все. Да, все. Капитан! Отдать гроты! По ветру! Капитан! А, хотел сундуки взять и так убежал. А, черт, забыл про них. Ну ладно, потом соберу.